Богу, к Босху. Следующая картина. Это Вильям Александр посодействовал изданию книги на 5, по-моему, языках европейских, издание книги о Босхе. И вот эту книгу как бы он презентует этому городу, потому что издан был хороший тираж для того, чтобы все туристы, кто приехал, могли уехать не с пустыми руками. Дальше. Ну вот, наконец, мы сейчас начнем с вами картину рассматривать. Сразу хочу вам сказать, вот это всенародное празднование любимого художника, вот этим, знаете, не все ведь люди культуры, ни в Хертогенбосе, ни в Амстердаме, но то, что для этих людей какое-то летие художника голландского, это такой праздник, это такая причина одеться в корпоративные цвета, праздновать, веселиться, отмечать и так далее. Я хочу вам сказать, что я им очень по-хорошему позавидовала. У нас такого нету. Мы еще не доросли, мы не доразвились до такого состояния, чтобы для нас какое-то имя значило так много, что весь город выходит праздновать. Я имею в виду имя в культуре. Праздновали, но это мы не можем сказать. Давайте положим руку на сердце и по-честному скажем. Мы не можем сказать, что праздновали Шевченко всем городом. Да? Мы можем сказать, что была часть народа, которая пришла к памятнику Шевченко. И этого народа было, допустим, я сейчас говорю, 1000 человек. Да? А если я вам скажу, что в Амстердаме вот все пространство каналов, мы ходили по разным улицам, то есть у нас весь был день на ходьбу, потому что музеи в этот день были закрыты, поэтому мы просто бродили по городу. Все улицы запружены народом так, что ты понимаешь, что это миллионы, не считая туристов. Поэтому, когда мы дорастем до того, что у нас будут толпы, как во время демонстрации, мы будем праздновать, причем не только Шевченко, мы можем точно так же праздновать Казимира Малевича. Для тех, кто не знает, я сообщаю, что это великий украинский художник. Кто думает, что это великий русский авангардист, тот ошибается. Значит, вот эта картина называется «Блудный сын», и она повествует такую библейскую легенду о том, что отец пожилой решил не давать своим детям такое, ну, как бы завещание только после его смерти и так далее. А он решил детей облагодетельствовать при жизни. И он между двумя братьями, между своими двумя сыновьями разделил все нажитое за всю свою жизнь богатство поровну. И младший, вот он на этой картине, отправился с большим количеством денег в мир. Он пробил, прогулял, промотал все то богатство, которое оставил ему отец, завещал. И вот у Босха мы видим изображение тонда. Тонда значит изображение в круге, в котором проходит вот этот вот сын, он уже, так сказать, на этапе, когда мало чего осталось или вообще ничего не осталось от того богатства, с которым он уходил из дому. Он сейчас просто по дорогам Брабанта ходит. И вот у него перебинтованная нога, в разное одето, на одной ноге тапок, на другой ноге ботинок. У него клюка, у него такая на длинной такой этой самой ручки. На длинной ручке ложка. А почему ложка на длинной ручке? Так кто знает, тот молчит. Я у новеньких спрашиваю. Что вообще вот по детали можно рассказать очень много. Что значит ложка с длинной ручкой? Была когда кастрюля и много.
То есть у кого-то подъесть, да, из чужого котла подъесть. Не свое приготовлено, а хапнуть из чужого. Вы понимаете, да? Может, из печи, может быть, на костре какие-то бродяги делают, он хапнул себе, покушал. А еще у него висит на его дорожной сумке висит шкурка кота. Здравствуйте, Михаил Афанасьевич. Котов давили. То есть он кошкодав. То есть он опустился в своем падении ниже, уже невозможно опуститься. Он стал кашкадавом, и вот эти шкурки дешевые, которые стоят совсем дешево, он продает, потому что он по-другому не умеет зарабатывать деньги. Он охотник на котов, понимаете? И за ним, вот плохо видно, но я думаю, вы мне поверите, это дом, из которого он ушел, и следует следующее. У этой таверны или у этого дома, мы не знаем, что это за сооружение, отваливается, разваливается просто все. Дырявая крыша, ставня висит на одной петле. В проеме двери какая-то женщина облегченного поведения заигрывает с клиентом. Масса вот таких вот деталей пазлов, из которых складывается история пустой жизни. История того, что богатство промотано безумно, бездумно, неинтересно, когда ничто этого человека не заставило прожить этот кусок жизни с большими деньгами, не заставило его прожить интересно. И как же интересно мне было после того, как я увидела эту картину Боска. Я несколько лет проходила практику в Эрмитаже и работала в Эрмитаже. Сейчас посмотрим. А это картина Рембрандта, эрмитажная картина «Возвращение блудного сына». Как понимает Рембрандт и как понимает Боск? Это безумно интересно, один и тот же сюжет, как понимают художники, абсолютно разные по своему принципу восприятия жизни, по своим каким-то идеям. У Рембрандта происходит следующее. Старик-отец остался доживать свою жизнь со старшим братом, который там вот виден его. Он на той же линии, что и отец. Он в красном одеянии, как и отец. И мы его видим в профиль. И вот он стоит и смотрит на своего младшего брата, который... Посмотрите, как он обрит. Это каторжник. Вы понимаете, да? Когда смотришь живой картине, на слайде не видно, у него такие порепанные пятки, такие... Ноги, которые прошли много дорог, причем босые ноги прошли эти множество дорог. Я сразу вспоминаю Караваджо, Мадонна Чоток. Помните, Людочка, когда там вот эти вот толпа нищих с этими пятками, да. Это просто смотреть невозможно. И вот отец, который уже ослеп к моменту, когда должен... Он узнать этого сына, он его узнает руками, осязанием своим. Он прикасается к нему и узнает в этих худых косточках былое вот своего ребенка, которого он думал, что он его навсегда потерял, а он, оказывается, жив, и он вернулся к отчему порогу. И у отца выражение такого счастья, такой... Наконец-то вот свершилось то, о чем он мечтал бесконечно долго. И он так, его руки лежат на теле этого блудного сына, что ты понимаешь, что большего счастья для старика отца просто не существует. Но в этой картине есть еще второй смысл. Когда мы смотрим
Опять-таки, надо смотреть живую картину. На лицо старшего сына, то у нас, знаете, идет такая световая афиша в нашем мозгу, такими огромными буквами, на котором написано «А я? А я? Я досмотрел тебя, я был к тебе уважителен, я умножил твое богатство, я прожил праведную жизнь до момента возвращения, а ты радуешься не мне, ты не мне говоришь, как ты любишь меня, а вот этому негодному, мерзкому, дурно пахнущему. Вот этой гадине ты говоришь, что ты так счастлив его видеть. А мне, а я? А... Да? И вот смотришь на эту картину, у тебя просто слезы фонтаном. Потому что тебе кажется, что ты этих людей вообще знаешь. Что это из какой-то такой жизни близкой тебе. Вот понимание Рембрандтом этого же самого. Вернись еще раз, пожалуйста, к Босху. А вы понимаете, что у Босха ирония, такое вот обличительство, ощущение того, что зло должно быть показано и наказано. Вот такая вот абсолютно булгаковская история, когда нам показывают вещи такими, какими они есть. И Рембрандт, который хочет всех помирить и всех к свету повести. Вы понимаете разницу между вообще внутренней жизнью одного гения и другого гения, да, нет? И знаете, если так говорить уникально, вот Булгаков и Босх и Гоголь — это одна партия, а Рембрандт, Леонардо там, еще можно целую вереницу, но это другая партия. То есть гений Босха — это гений беспощадной правды, я бы так сказала. Потому что он считает, что надо показывать людям, какие они есть, чтобы они стали лучше. А Рембрандт считает, и мы с вами, я думаю, мы все, или почти все в партии Рембрандта, считают, что надо людей вести к свету, независимо от того, плохие они или хорошие. Да? Христианство. Это абсолютно христианское, да?